Всем привет, ребята, с вами Эфи, и сейчас на ваших экранах игра под названием The Cat Lady, она же кошатница, она же госпожа кошек, вот, и данное видео будет немножко необычным в таком ракурсе представлено, потому что это будет закадровая озвучка, то есть я игру записала, но у меня там что-то со звуком какая-то фигня вообще приключилась, даже не поняла, из-за чего это все было, в общем, и в итоге я буду озвучивать то, что я уже сама проходила, смотря на, собственно, свою же собственную запись, вот, это для меня, если честно, очень непривычная, необычная вещь, вот, то есть я никогда не переозвучивала собственные видео, всегда я записывала, как бы, ну, если не с первого раза, там, ну, с третьего, с пятого, например, да, если это какое-то прохождение именно, вот, то есть, и тут что-то тут, по-моему, будет, ладно, не суть, важно, я не успела прочитать, вот, как бы, поэтому буду, в общем, озвучивать все те моменты, которые тут будут. Вот, постараюсь сделать это как можно более передать. Вот так, давай-ка откроем бутылку. Да, но нужны фужеры. У вас есть что-нибудь подходящее? Получилось найти несколько фужеров. Отлично, теперь у нас есть все, что нужно. О, мисс Эшфорд, мне правда надо это искать перед тем, как мы начнем. Да? Обещаю, я не перережу вам глотку, когда вы уснете. Очень смешно, Митти. Нет, я серьезно. Отлично. Просто чтобы ты знала, я всегда сплю с открытыми глазами. О, больше не дождит. Ох, ладно, ничего не имею против дождя. Иногда мне он даже нравится. Но если верить прогнозу, мерзкий туман на подходе. А вот его я вообще-то боюсь. Я однажды потерялась в тумане. Мне было 9 или 10. Я помню, как я села под деревом, плачу, думая, что монстр появится предо мной и утащит меня. Но теперь ты большая девочка и знаешь, что монстров нет. Да ну, откуда вы знаете? Монстры — это только мы, убийцы, насильники, поджигатели. Вот они-то настоящие твари. Они настолько далеки от человечности, что больше не могут ощущать сострадание и вину. Вот их и надо нам бояться. Неважно, скрываются ли они в лесах, тумане или во тьме наших подвалов. Ты не можешь предсказать, что произойдет. Ты не сможешь ничего сделать, чтобы остановить их. Есть только один путь. Самому превратиться в зверя. И быть безжалостным, как они. Вау! Что это было, мисс Эшфорд? Просто я не люблю убийц. Они ничто, только... паразиты. Так, буква R. Хочешь о ней поговорить? Ну, если честно, я не хотела рассказывать вам об этом таким образом. Не знаю, я поставила вас в очень тяжелое положение. Просто мне очень нужна была эта комната. Надеюсь, вы поймете. Это последняя и самая важная вещь, которую я должна сделать до того, как мое время выйдет. Ничего, ты вроде в порядке, только мне тяжело доверять людям сейчас. Может, пора открыть глаза, чтобы увидеть, что и у других есть проблемы. Некоторых вроде тебя проблемы даже больше, чем у меня. Что за рак? Мне можно спрашивать? Рак мозга. Его зовут глиобластома. Ее? Ага, это все девочки, как мне кажется. Только послушайте, как их зовут. Лимфома, меланома, меланома, лейкемия, саркома. Каждая из них охуенная богиня смерти, красивая и безжалостная. Может, ты права, Митти? Я была медсестрой, знаю кое-что про рак. Я знакома с глиобластомой. Она настоящая сука.
Да, однако она будет королевой бала еще до того, как настанет ночь, а я тем временем буду ходить через черный ход. Сколько? Они сказали, что у меня был год. Ну, это больше 6 месяцев назад, так что... Да. Не сильно много. Может... Нет, они пытались. Мне жаль. Ага. Я тоже. Хотите поговорить о чем-нибудь еще? Как ты собираешься найти этого парня? Еще не знаю, немного детективной работы, наверное. Это должно быть несложно. Только 8 квартир, одна из них ваша. Остается 7. О, вообще-то я надеюсь, что вы мне поможете. Вы же знаете некоторых ваших соседей, так? Немного. Они никогда меня особо не волновали. Они также менялись с течением лет. Возможно, ты уже успела понять, что это не то место, где соседи встречаются с хлебом и солью. Видишь новое лицо, вступаешь ему лестницу в подъезд и забываешь о нем через минуту. Все так плохо, да? Ну, тут есть лысый парень, который живет надо мной в квартире 6. Недавно он приходил орать на меня. Он жестокий человек, но я не думаю, что он человек, которого ты ищешь. А кем он работает? Думаю, он машинист поезда. Не могу представить, чтобы мой человек был машинистом. Окей, это хорошо. Остается только 6. А еще знаете кого-нибудь? Надо подумать. Знаете, давайте не сегодня. Поговорим о чем-нибудь другом, ладно? У меня много времени. Не надо спешить. Может, завтра мы сядем и будем думать? Я могу нарисовать простую карту здания с вашей помощью. Пометить всех, кто живет здесь. Меня устраивает Митси. Ты упомянула своего парня. Расскажи что-нибудь о нем. Да, ладно, давайте о нем поговорим. Его зовут Джек. Он мертв. О. Мисс Эшфорд, вы уверены, что вы хотите послушать о моей несчастной жизни? Не хочу вас расстраивать, это не счастливые сказки. Я не фанатка счастливых сказок. Уверена, ты это уже заметила. Наверное. В любом случае, думаю, мне бы пришлось вам рассказать о Джеке рано или поздно. В конце концов, он главная причина, почему я здесь. Я просто не знаю, как начать. Расскажи мне, как вы познакомились? О, мы знали друг друга всегда. Мы выросли на одной улице. Забавно, мы были просто созданы друг для друга. Идеальная пара. Всегда знала, что он был создан для меня, и я уверена, что он тоже в этом никогда не сомневался. Джек сходил с ума по мне. Мы думали, что однажды мы поженимся, заведем детей, будем счастливы. У меня никогда не было много друзей, потому что у меня был Джек. Никто больше был мне не нужен. Знаете, если уж и есть вещь в моей жизни, за которую я действительно могу быть благодарна, так это за возможность ощутить чистую, идеальную любовь. Некоторые люди проживают всю жизнь, ни разу не испытав этого. Думаю, мне повезло. Но любая удача заканчивается когда-нибудь. Как он воспринял новости о твоем раке? Сначала он решил, что я шучу. Он смеялся, потом он очень разозлился. Я поклялась ему, что я была серьезна, но он все равно мне не верил. Тогда мы очень сильно поссорились, это была наша первая и последняя ссора, но она была ужасной. Он кое-что разбил свою гитару, это было хуже всего. Он любил эту гитару, зачем он ее разбил? Он был в ярости. Он ушел от меня в ту ночь, и когда на следующий день вернулся, он был другим. Он умолял меня попробовать операцию или химиотерапию, я не хотела этого. Но я попробовала химию ради него. Не помогло. Только теперь я стала все время себя чувствовать нехорошо. Я почувствовала себя в ловушке в этом странном месте, где все казалось ненастоящим. Может, поэтому я не видела, что мой рак делал с Джеком. Он его разрушал. Он изменился.
Он стал помешан на смерти и выглядело все так, будто он только о ней думал, хотя вроде как я должна была умереть, а не он. Джек нарисовал те рисунки на твоей стене. Он был художником. Он всегда любил всю эту нездоровую хрень, будь это музыка, кино, рисунками, как и я, впрочем. У нас это было общим, как и все остальное. Говорят, что грустные песни или грустные фильмы вводят в депрессию, но я никогда такого не чувствовала. Однако ты боишься тумана. Ох, это другое. Может, я и боюсь тумана, но мне нравятся пауки. Они прекрасны. Ты с ума сошла, Митти? Нет, серьезно, в грусти есть какая-то неописуемая красота. Также есть красота в сером уродливом зимнем утре, когда ты замечаешь то, что другие не могут. Тогда моя квартира тебе должна нравиться. Словно урод отдохнул тут и никогда уже больше домой не показывался. Как он умер? Как умер Джек? Он был очень отстраненным до того, как он умер. Я не знала, что он искал. Не думаю, что он это знал. Но в конце концов оно само нашло его. Или скорее он нашел его. Знаете, в сети есть форумы обо всем, что только можно: рыбалка, компьютерные игры, лошади, азартные игры, зависимости, вообще все. Однажды Джек наткнулся на форум о суициде. Там был один парень, звал себя Глазом Адама. Он там сраный бог на форуме. Это что-то типа клуба для неспособных на самоубийство. В большинстве своем люди там помогают друг другу и предлагают поддержку. Иногда очень помогает знать, что есть люди вроде тебя, слушать их истории и про то, как они справляются. Но Глаз Адама — это адвокат смерти. Он разбирается в людских слабостях. Его работа в том, чтобы посадить идею, дать им причину умереть и рассказать, как это сделать сразу и быстро. Джек проглотил наживку. Еще до того, как он понял, ему полностью промыли мозги. Однажды он сел предо мной и попытался объяснить его идеальное решение. Сценарий а-ля Ромео и Джульетта: мы были рождены, чтобы вместе умереть друг друга на руках. Задумывалось, как быстрый и гарантированный способ умереть без шансов на спасение. Все благодаря Глазу Адама, который создал средства для идеального самоубийства, рассказал мне. Это просто. Все, что нам было нужно, это два легкодоступных химиката. Вместе они дают газ, называемый сероводородом, убивают он за пару минут. Разумеется, я сказала ему, что он ёбнулся, но он так просто не сдавался. Он уговаривал меня, потом молил, в конце концов стал орать на меня. Я поняла, что это была его сумасшедшая идея о современном романе, но это было слишком уж вульгарно и просто неправильно. В конце концов он заявил, что он все приготовит и будет меня ждать в нашем особом месте на рассвете. 5 утра. Не опаздывай. Это были его последние слова мне. И его словно ветром сдуло. Я рыдала часами, думая, что такого я не заслужила, а человека, которого я любила больше всего на свете. Пару раз я даже пыталась себя убедить, что он прав, и, возможно, я должна это сделать. Но я просто не могла. В конце концов, я заснула. Я не хотела. Моя голова раскалывалась, я очень устала. Внезапно я проснулась, я видела, что солнце встает за окном, было почти 5. В панике я вышвырнула себя из постели и выбежала за дверь. Я должна была его остановить, я должна была добраться туда, пока не поздно. Но еще в спальне, даже до того, как я вышла, я знала, что уже поздно. Когда я пришла на наше особенное место, уже было светло. Раньше мы часто ходили сюда пить вино, иногда мы курили травку, слушали Pink Floyd, иногда занимались любовью в машине Джека.
На этой старой парковке не было ничего особенного, но для нас она была особенным местом. Она была совершенно заброшенной. Там было тихо, спокойно и безопасно. Но после того дня я больше никогда туда не ходила. Мне так жаль. Теперь я понимаю. Так тебя любил, что не смог бы вынести жизни без тебя. И этот парень, глаз Адама, не удивлена, что ты хочешь его найти. Я бы точно хотела. Не уверена, что я должна верить в то, что ты только хочешь поговорить с ним. Но, эй, это не мое дело. Не знаю, что бы я на твоем месте сделала. Рада это слышать, но я действительно хочу только поговорить с ним. Хочу увидеть лицо убийцы Джека и сказать ему, что он сделал со мной. Знаете, забавно, но он вообще-то сказал мне, где он живет. Он хочет встретиться со мной. Можете в это поверить? Как это? Ну, то, что он делает, называется троллингом в интернете. Как правило, это форма сильного запугивания и психологической жестокости. Те, у кого хватает мозгов, просто говорят, не кормите тролля, не разговаривать с ним, иначе все усугубляется. И глаз Адама не исключение. Жаждет внимания. Он голодный тролль, который хочет сожрать столько сердец, сколько сможет. Так что я написала ему, что я его фанатка, которая обожает его работу. Сначала он верил. Но тролли всегда голодны, и я была готова подать им блюдо, достойное короля. В смысле? Я скормила ему столько дерьма, что он действительно поверил, что я проповедник суицида, прямо как и он. Супер. Хотела бы я, чтобы он давно умер в своей двери. Это все та больная игра, в которую он играет. Рано или поздно я найду его. На окнах машины были знаки. Знаки предупреждения, да. Я узнала на том форуме, что глаз Адама не хочет случайных смертей, так что он запустил свой дизайн, чтобы люди могли напечатать. Выясняется, что за всем этим стоит целая больная идеология. Пары из машин могут навредить любому, кто откроет дверь, но не в этом суть. Идея состоит в том, чтобы умереть по своей воле и с чистым сердцем, приготовиться к этому, принять это. Господи, подумай, полиция бы расследовала все это, звучит почти как секта. Этот парень знает, как прятаться. Полиция не будет так стараться. У меня за него 3 месяца, чтобы его найти. Теперь, когда я подобралась к нему, я уже почти могу унюхать этого отморозка. Что за химикат? Ну, я не уверена, что вы хотите это знать. Я поняла. Ты не хочешь мне говорить, потому что ёбнутая суицидальная маньячка, так? Нет, мисс Эшфорд, нет, я этого не имела в виду. Ладно, может, для ясности, давайте заменим маньячку на жертву, а ёбнутую на больную. Вы же только вернулись из больницы. Чтобы вас не заставило пойти на самоубийство, вы доказали, что вы способны пройти через это. Я не знаю, прошло ли достаточно времени, чтобы можно было говорить, что вы окончательно справились, и уж тем более я не хочу вам подавать глупых идей, это значило бы поступить так же, как и глаз Адама. Я бы никогда себя не простила, если бы что-то такое с вами произошло из-за меня, то есть, как я могу? Те, кто хотят умереть, всегда найдут способ это сделать. Я бы очень хотела верить вам, мисс Эшфорд. Но вы должны мне пообещать, что вы никогда не воспользуетесь моим методом. Ладно, обещаю тебе, никогда не воспользуюсь этим методом. Или каким-либо другим методом, если это важно. Я уже попробовала. Не особо понравилось. Веришь мне теперь? Да. Думаю, да. Хорошо.
Знаете, я рада, что вы это сказали. Рецепт этого улетного коктейля очень прост. Любая хорошая хозяйка мигом его приготовит. Да, и тут я хожу, ищу, в итоге. И я просыпаюсь, собственно, я тогда себе там застрелила, типа, ну. Вот, и у меня тут есть, то есть, пару ходов, куда можно пойти. Вот этим они ловят кошек. Мне казалось, что такие хваталки давно были запрещены. Вот. То есть, тут, конечно, видок просто удивительный. Вообще просто замечательный. Я имею в виду в плане обстановки. Вот. Так, хорошо. С той стороны двери слышен какой-то шум. Да, и тут этот товарищ сидит, короче, вот этот ненормальный идиот, который там что-то в любви чуть ли не признавался. Это ведро, да. Этой, господи, как ее? Сьюзан. Да, и тут, короче, ну, несколько вариантов, конечно. Я так потыкала, попробовала их тогда. То есть она не будет ничего делать, пока он тут сидит. Ну, как бы я так, да... Мне не стоит подходить слишком близко. Он может проснуться. Вот. То есть, и... Видимо, коллекционирование оружия — его маленькая страсть. Если бы только мне дотянуться хоть до чего-нибудь. Но они все прямо рядом с ним. Он точно проснется. Он крепко спит. Может, он пьян? Или под кайфом? В любом случае, случись драка, у меня против него шансов нет. Он быстр, силен и безумен. Но при всем этом он туповат, значит, чтобы избавиться от него, мне нужно будет его перехитрить. Это, очевидно, его личный кабинет. Он целыми днями просиживает здесь, играет со своим оружием, а страшила Бетти наверху готовит ему еду. Очаровательная пара. Из разбитого окна тянет сквозняком. Определенно этому найдется лучшее применение. Ну, добил еще тот, короче, вот этот вот товарищ, потому что, блин, вообще вот это вот я когда... то есть попала вот в, ну, вообще в это здание, то есть как бы, да, там внизу там еще особо как бы ничего такого, ну, как бы кровяка, да, там все дела, ну, как бы еще терпимо все. Но вот тут вот оно все такое, все-таки, знаете, зеленые тона, таких больше уже никто не делает. Вот эти все зеленые тона в перемешку с красным. Я ничего не вижу, сплошной туман. Так я, может, и дорогу домой не найду. Так, что тут? Страшная штука, как и все в этом доме. Все в пыли и паутине. Вот, то есть, и вот это вот такое вот, знаете, какая-то атмосфера такая давящая тут просто-напросто. Ничего, нужна новая лампочка, надо поискать, может, где и найдется. Красивая лампа. И как бы даже в темноте, но видно, что там какая-то красивая лампа. Вот, и вот это вот вся вот эта, хотел сказать, карта, господи, что меня так... вот это вот вся, весь дом, он такой весь зеленый какой-то, стрёмный вообще, ну, нагнетает так. Ну, мне, по крайней мере, тут очень неуютно находиться вот в нём и ходить тем более, потому что мне все время кажется, что кто-то сейчас выпрыгнет, знаете, откуда-то из-за угла и меня там двинет по башке чем-нибудь. Пустые винные бутылки они любили выпить. Ничто не сравнится со слегка недожаренным кошачьим стейком под бутылочку красного. Да, и они готовят кошек, кошмар. Вот здесь она готовила грязные сковороды, до сих пор воняют кошачьей едой. Или самими кошками. О.
Все такое склизкое. Наверное, она не часто моет посуду. Кстати, можно было бы, знаете, как вернуться, пойти и в горло вставить нож. Здесь везде размазанная кровь. Дверь заклинивана, может, это и к лучшему. Не уверена, что я хочу знать, что там внутри. Видите, как вот я так неуверенно захожу, короче, в этот в дверные проемы. И тут вообще под вот этим столом я как увидела потом, что остатки еды валяются на обеденном столе. Все провоняло тухлятиной. Прятаться мне сейчас вовсе не нужно. То есть тут можно спрятаться. То есть как бы вариант того, что кто-то выскочит и тебе придется прятаться, он все-таки есть. Маленькая картина с изображением уличного стойла в ночи. То есть как бы и это мне... У класс... Да, забрала картину. Зачем она мне, правда, не знаю. То есть, как бы здесь есть вариант того, что придется от кого-то там ныкаться. И это как-то не особо радует, если честно, по крайней мере, меня. Вот. Так-так, полные ящики отбеливателя. Думаю, я заслужила бутылочку. Мне пришлось немало потрудиться. Ну да, взять и застрелить себя. Это мне что-то напоминает. Первое, что понадобится, это сильный отбеливатель для ванны. Ну, известно какой. Необычный отбеливатель, а такой, от которого щиплет руки и слезятся глаза. Что происходит? Что-то не так, Митси. Кошки встревожены. Точно так же было, когда я нашла вас, мисс Эшвард. Мы должны выяснить, что происходит. Ничего себе! Нет, я, конечно, извиняюсь, но в такой туман я никуда не пойду. Ладно, я тогда хожу одна. Ну, в общем, как-то так. В итоге там кошки орут что-то. Вот, и, собственно, да... Можно пройти чуть ниже. Ну, как бы здесь ничего особо такого нету. То есть, как бы обычные лестничные пролеты, лестничные клетки и больше ничего. То есть, можно, наверное, было как бы там еще чуть походить, поискать, но вряд ли. Это общий почтовый ящик. Почта всех квартиросъемщиков раскладывается по отдельным запирающимся боксам. Никто не пишет Сьюзен Эшвард. Какой сюрприз. Все остальные боксы заперты. То есть, вот. Как-то так. В итоге, каким-то удивным образом, я вышла прямо на саму улицу. То есть, как я даже, если честно, не гляну. Там вроде я просто в холл вышла, да? Ну да, там туманище. Ну такая, знаете, прям атмосфера такая. Прям. Хочу я вам сказать. Да. Ну вы поняли меня. Чертов туман, ни хрена не видно. В метре от тебя убьют кого-нибудь, и никто ничего не заметит. Но могло быть и хуже. Сейчас, по крайней мере, дождя нет. Всегда смотри на вещи с позитивной стороны, как говорится. Я так и делаю. Я смотрю, ты не особо разговорчива, да? Как тебя зовут, дорогуша? Не будь такой пугливой кошечкой, дорогая. Ты ведь Сьюзен, да? Один добрый человек описал мне, как ты выглядишь. Что я могу сказать? Он все точно подметил. Что ты хочешь? Это всего лишь моя работа, дорогая. Ничего больше. Видишь ли, мне позвонили. Вокруг так много бродячих кошек. А одна сумасшедшая кошатница, видимо, хочет сделать всем еще хуже. Сумасшедшую кошатницу зовут Сьюзен, как я уже сказал. Боюсь, тебе это не понравится, дорогая, но я беру тебя в заложницы. И вот так вот, очень миленько, согласна. Особенно то, как я озвучиваю маньяка. Вообще великолепно. Но, тем не менее, главное войти в образ.
Да. Поэтому, да, тут уже видео как бы подходит к концу. Я что-то глаголю-глаголю, но буду глаголить свое. Поэтому хочу сказать всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам было интересно вот такого вот формата видео. Наверное, знаете, это достаточно удобно, в принципе, переозвучивать какие-то моменты, но, тем не менее, как бы именно сама озвучка, это достаточно интересно за кадром. Поэтому, да, хочу сказать еще раз всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам было интересно. Всем удачи, всем до скорого. Пока-пока.